Привет из Бангладеш, из столицы Дакки. Мы сейчас находимся на окраине, на необычном рынке. Этот рынок коров получается один раз в году. Завтра Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. И вот если в наших странах, в Украине, России, в Средней Азии, эта роль жертвы исполняют бараны, то здесь их заменяют коровами. И эти коровы сюда привозят со всей страны, с Бангладеш. И очень много их привозят из Индии. Поэтому перед тем, как корову принести в жертву, ее сначала моют, украшают разными красивыми украшениями, потому что это священное жертвоприношение. И вот такой огромный рынок, который под конец дня будут просто все раскуплено, потому что... И мы обратили внимание на то, что здесь в основном быки. И эти быки все пригнаны из Индии. Потому что в Индии быков кушать нельзя, а на священный праздник Курбан-Байрам в соседней Бангладеш это очень даже можно. И поэтому все быки из Индии сегодня находятся на рынках Бангладеша. И завтра будут принесены в священные заклады. Вот так любящие хозяева ухаживают за быком, которого сегодня предадут на священное заклание, жертвоприношение. Привет! Хорошие. Бангладеш очень добрые, позитивные люди. Да. Есть